сцены театра Кореева сложно чем-то удивить, но вот труппе, которая выступает сегодня, это наверняка удастся. В первую очередь из-за таланта. И, конечно, из-за их непростых историй. Это театр, в котором играют люди с особенностями здоровья. Театр «Эмоция». Сегодня на их спектакле президент республики. Мы сегодня посмотрели прекрасную работу. Вот коллектив «Эмоция» за короткое время уже и на российском уровне, и на фестивалях себя проявили как очень высокопрофессиональный коллектив, и мы сегодня в этом убедились. Аплодисменты. Коллективу студии «Эмоция» вручается сертификат на приобретение специального оборудования. В прошлом году их наградил Владимир Путин грантом за реализацию такого театра. Мы активно участвуем в разных молодежных форумах, грантовых конкурсах. И «Добровольцы России» — это грант, именно вот эта награда, грант на реализацию 10 показов в специальных школах Татарстана, которые мы будем делать в этом году. Отдельным вниманием к самому спектаклю и истории написали сами театралы, поэтому, наверное, можно говорить, что история про них, но чтобы зрители тоже нашли в ней себя. Я, пожалуй, пораньше я бы спать. Завтра ответственный день. Это такой своеобразный урок, как нужно себя любить, потому что каждая постановка, ты это переживаешь через себя и как бы получаешь новые ощущения потом. Это очень дает внутренний рост. И если человек, допустим, не сильно раньше был уверен, то после таких выступлений публичных уверенность с каждым разом становится все больше. Ну, тут идея ясна, что нужно всегда свои корни держать рядом с собой. Никогда не покидать свою родину и всегда быть рядом с ней. Каждый спектакль, он раскрывает, наверное, из глубины достает чувство то, что испытывает каждый из нас. Я невероятно просто восхищаюсь этими ребятами, их возможностями. И знаете, после каждого спектакля я говорю себе, нам нельзя жаловаться на жизнь. Иди вперед. Сегодня эта уже труппа известная минимум в 12 городах России. За их плечами 40 спектаклей. У них всегда хороший свет, звук и декорации. И все это на добровольных началах. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ.